Сегодня второй день каталки. Погода успокоилась. Сегодня опять по-легкому катаемся. Потому что все побаливает после первого дня. Сейчас легко прокатимся. Ну и сориентируемся по горе, что мы сегодня будем делать. И по традиции мы сегодня будем наливать горе, чтобы снег пошел. Смотри, Андрюш, видно? Видно. Оп. А вот местная зона, тюрьма, так сказать, очень старая, вон бараки, видно, ограждено, вышки вон. Серьезные мужики там сидят. Да. Большие срока. Большие срока там тянут. Сейчас мы поднимаемся на подъемнике фристайл. Его отличие в том, что он поднимает в любую погоду, самый лютый ветер, самый жесткий мороз. Поэтому неофициальное название его «Сатана». Потому что его не каждый может осилить. Еще есть у него одно неофициальное название – секретный лифт. Потому что про него мало кто знает. Он с половины девятого до девяти работает бесплатно. Поэтому мы всегда поднимаемся на нем, на халяву. И пока люди стоят в основную очередь, на основные подъемники внизу, ждут, когда его запустят, мы к этому времени уже мчимся им навстречу с горы. Они удивляются, откуда эти парни приехали. Ночевали на горе, что ли, чтобы первыми скатиться? Вот такие мы хитрые. Ладно, мы поехали наверх, короче. Некогда нам с вами тут лясы точить. Катать надо. Поехали мы. Вон там вот крест, туда снегоходчики возят. Ну не знаю, сегодня мы туда не поедем, может быть времени будет. Съездим туда на крест. А вот это, вот эти горы, верблюды называют их еще. Туда некоторые тоже забираются и скатываются. Всем доброе утро. Привет. Меня, если что, зовут Лёва. Я сегодня тоже буду вашим гидом, как и Алексей. Привет. Привет. We'll be right back.
Ну что, любители снега, гора сегодня встретила нас свежайшим, легчайшим пухляком полуметровой высоты. Катали сегодня люто. Кто-то едет домой с шишками, синяками, со сломанными лыжами. А мы везем домой хорошее настроение и легкую усталость. Ну что я могу сказать? Мы, в принципе, здесь не первый раз. Вот. Всем ребятам, кто с нами участвовал в видеороликах, всем спасибо. Спасибо, что есть такая база, прикольная база. В общем, напоили нас, накормили. Все было, в принципе, вкусно. Откатали от души. И еще раз всем спасибо, всем пока.